Так, стоим на светофоре, опять сейчас будем тестировать прошивку перцовка. Ребят, простите. Серега, ну что ты сделал, а? Я просто в шоке, честно в шоке. Никогда такие безобразия в городе не устраиваю. Но я вот сейчас поверну камеру, я не знаю, где они там. Дурдом какой-то. Да. Сергей, это круто. Большое спасибо.